Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге vectant.info. И тема сегодняшнего моего выпуска будет «Почему люди часто теряют иконки или крестики, в особенности нательные?». Я сижу тут в машине, жду, немножко не глушу ее, работает кондиционер, потому что на улице очень жарко, поэтому возможен такой легкий шум. Итак, этот вопрос мне задала одна из читательниц именно в Фейсбуке. Вопрос достаточно интересен, и я ей пообещал, что я сделаю видео-ответ. Так вот, дело в том, что тогда, когда у человека достаточно крепкие славянские корни, кто-то был серьезным славянином, то есть исповедовал славянскую религию. Я не люблю говорить язычество, потому что славяне язычников называли людей, которые говорят на непонятном для них языке. Или кто-то в роду исповедовал другую религию, относился к другой религии, следовательно, родовой корень. Итак, продолжим. Не помню, на чем я там остановился, не люблю, когда меня отвлекают, но попробуем продолжить. Итак, тогда, когда ваши предки ушли совершенно в другой эгрегор, не в христианский, ваш родовой род пытается вас вытолкнуть из христианства. По сути, в родовом роду вы являетесь именно предателем. Предателем именно ветвь вашего древа, да, генеалогического, является предателем. Поэтому всячески старается так построить сила, событийный ряд для того, чтобы вы утеряли крестик, иконки и все остальное. Также вам идет некая неприязнь от служений, от поведения попов. Вас, ваш родовой стержень, да, род пытается вытолкнуть из христианства, пытается всячески указать, что вам там не место. Поэтому всякие атрибутики, атрибуты именно христианства, они уходят из вашей жизни. Это основная причина, почему люди часто теряют. Скажу больше, скажу честно, откровенно. Я был крещенный, это не секрет. И я, получается, в детстве утерял, по-моему, 6 или 7 крестиков. Мне их покупали, последний купили, по-моему, такой пластиковый, знаете. Но как родители делали, как все. В принципе, ну, я не стесняюсь этого. Не говорить там, вау, я там только правильно, только и так далее и тому подобное. Я не стесняюсь этого говорить. Пластиковый крестик был куплен, я его никогда, в принципе, не одевал. Кстати, где он сейчас, может, и он утерян, не знаю. Иконки и все остальное то же самое, но не приживалось. У меня всегда возникали вопросы, знаете, когда покупаешь там типа церковный календарь или там отрывной календарик церковный, когда заканчивается этот год, что с ним делать, да, вот куда это утилизировать. А люди, которые покупают вонючки там в машине, ну, пахнючку там какой-то с ароматом, скажем так, я их называю вонючки, с религиозной тематикой, вот когда эта штука отвоняла, ну, то есть уже все, запаха не осталось. Вот куда они ее девают? В мусорный бак сжигают или что? Ну, по сути, если выкидывать мусорный бак, сжигать или плевать на нее, или кидать в мусор, по сути, это хуление, да? Ну, вот хулят как бы иконы. Так делают веретники. Ладно, это мы отступаем от тела. Так вот, основное направление – это действительно, когда род, в основном, если славянин, да, славянский род, выпихивает из эгрегориальной группы христианства, то есть он подает знаки. Далее, есть еще такой момент, когда порча наносилась по христианской методике, то есть будем называть христианской магией, хотя она неправильная, там, соборное колдовство, правильнее сказать. Но я имею в виду, через Польшу пришла через христианство. К сожалению или к счастью, для кого как, можно сказать, христианство не запрещает ни колдовать, ни порчи наносить, ни гадать. Почему? Да потому что, ну вот посмотрите, сколько гадалок сидит под христианскими иконами. Да, ну по сути все прикрываются только этим. Почему? Потому что, ну вы же понимаете,
надо иметь козла отпущения, на кого можно списать все грехи, если вдруг что-то не получилось, они говорят, ну так было Богу угодно. Это же удобно, вы же прекрасно понимаете, как это удобно, когда у заказчика, или как они называют, у клиента есть какие-то претензии, да, то можно сказать, блин, это было Богу удобно. Нагадала неправильно, это было, Бог поменял все условия там, Бог поменял вам жизнь, судьбу и все остальное, прямо после того, как я нагадала. Ну и как бы Бог послал, правда, на какой улице, куда послал, неизвестно. Ну ладно, опустим этот момент. Так вот, понятно, что если бы иконы и кресты там блокировали информационные каналы, то гадалки бы не смогли работать под христианскими иконами, да? Далее, почему, говорю, порчи делаются, не запрещая церковь, религии и все остальное? Да потому что серьезные порчи делаются, в принципе, при помощи этой силы. Потому что именно в церкви делаются серьезные порчи насмерть. Именно в церкви там переворачиваются свечи. Именно в церкви там делаются порчи на бедность и так далее и тому подобное. И на бесплодие и все и так далее и тому подобное. По большому счету, если почитать, если узнать, прочитаете слова венчания, да, то там вы услышите такие слова, как «Имей столько детей, сколько Сара, забеременеть, как Сара». Сара забеременела в 92 года, елки-палки. Ну, вы хотите забеременеть в 92 года? Я думаю, нет, всякое желание пропадет в 92 года, дожить бы до этих годов. Ну, суть не в этом. Суть в том, что мы прекрасно понимаем, что церковь и христианство в целом, они не запрещают ни колдовать, ни наводить порчи, ни гадать, ничего не запрещают. Поэтому, да ради Бога, колдуйте себе. И тогда, когда по христианству была наведена, по христианской методике была наведена порча, то человек, имеющий, внимание, христианскую защиту, а такая тоже имеется, начинает терять некие амулеты, некие знаки, защиту. Он теряет обереги, защиту, амулеты, наговоры. А тогда, когда снимаются замки на наведение порчи, тогда тоже может утерять человек крестик, к примеру, или там какую-то заветную икону. Вот я, в принципе, осветил все основные, внимание, основные признаки, почему человек теряет крестики, иконки. В современном мире раньше было больше теряли из-за наведения порчи, но ввиду того, что сейчас очень активно поднимается славянизм, люди понимают, что живущие в России, живущие в Украине, там, в Беларуси, да, или эмигрирующие за рубеж, то, что они никакого отношения не имеют к израильской земле, они никакого не имеют отношения к богоизбранному народу, хотя, понимаете, если честно, блин, дойдите мне те строки, там, где именно Бог избрал, а не сами люди, так сказали. Так вот, они никакого отношения к этому не имеют, понимаете? И в последнее время очень сильно развивается славянизм. И ввиду того, что человек генерирует определенного уровня энергию, эта энергия и выталкивает его из христианского эгрегора. Надеюсь, мой ответ понятен. Всего вам доброго. С вами был Виктан. До новых встреч.